Музыка Украины. Панорама Святогорского-Успенского монастыря, Украина, Донецкая область. Музыкальная культура Украины неразрывно связана с историей жизни украинского народа, его бытом, обрядами и праздниками. В годовщину отрывок. Он не один ее любил, как свет красу девчину. Давно уж славили певцы с восторгом Украину. Ее перенимали смех, забавы, шутки, пляски, как дивные цветы в венки ее сплетали сказки. Тот полюбил в ней старину, а тот мечту молодую. Он первый полюбил ее, как любит мать родную. Леся Украинка. Украинские народные песни необычайно музыкальны. Мелодии песен отличаются широтой и напевностью. Многие из них имеют лирический характер. «Выйди» отрывок. «Ночка-то, ночка, луной озаренная, ну, хоть иголки сбирай, милая, выйди, трудом истомленная, в роще со мной погуляй». «Небо усыпано звездами, Господи, всюду такая краса, под тополями жемчужной россыпью дивно играет роса». Слова этого стихотворения зазвучали в украинской народной песне «Ніч яка місячна ясная зоряна». Широко распространен на Украине народный танец гопак. Это удалой танец, пляска, возникший в быту запорожского войска. Исполняется в быстром темпе и размере две четверти. Для воссоздания яркого национального колорита Мусоргский вводит гопак в оперу «Сорочинская ярмарка». Чего только не происходит в старом украинском местечке Сорочинцы. С виду живописное село с садами-огородами, густо усеянными подсолнухами, с красивой рекой, в которой, как в зеркале, отражается небо. Таких сотни на Украине. Особенно славится это место веселой ярмаркой, шум которой подобен водопаду. Происходят и тут самые невероятные чудеса. Одним из любимых музыкальных инструментов украинского народа является бандура. Искусство бандуристов известно с давних времен. Так, бандура была неизменным спутником запорожских казаков. Бандуристами часто становились нищие слепцы, которые странствовали по свету, зарабатывая на пропитание искусством игры на бандуре. Песни бандуристов прославляли подвиги народных героев, рассказывали о людском горе, призывали народ на борьбу с иноземными захватчиками. Вопросы и задания. Согласен ли ты, что украинская народная песня «Ніч яка місячна» – лирическое произведение? В чем это проявляется? Для верного ответа выразительно прочитай стихотворение «Выйди». При прослушивании песни обрати внимание на характер мелодии, темп, динамику. Рассмотри картину Репина «Запорожцы». Какие черты украинского народа, народного характера запечатлел художник? Отражены ли эти черты в гопаке Мусоргского? Послушай пьесу «Элегия» выдающегося украинского композитора Лысенко, Николая Витальевича Лысенко, в исполнении на бандуре. О чем, по-твоему, рассказывает эта пьеса? Какому старинному русскому народному инструменту родственна бандура? Почему?